Начать творить никогда не поздно. 17 июля в областной библиотеке имени Асеева открылась первая персональная выставка Елизаветы Маховицкой. Молодая художница решила освоить изобразительную технику уже в зрелом возрасте. И спустя 2 года представила свои работы на суд зрителей. 15 картин выдержаны в едином стиле. Молодая художница работает менеджером по развитию на заводе. Свободное время проводит за мольбертом с кистью в руках. Особенно ее привлекает пейзажный жанр. Любимый художник и пример для подражания Елизаветы – Исаак Левитан. Я вдохновляюсь, наверное, природой. И сам процесс изобразительного искусства, самой живописи, он сам вдохновляет. То есть достаточно, бывает страшно начать. Смотришь, думаешь, нет, наверное, это не получится, или это слишком сложно. Но в процессе работы ты понимаешь, насколько это приятно, и сама картина уже начинает вдохновлять. В планах у автора-любителя попробовать свои силы в масляной живописи. Причем писать она хочет именно портреты, так как считает, что в каждом человеческом лице есть своя уникальная притягательность. Увидеть работы Елизаветы Маховицкой можно будет до середины августа.